Сегодня в студии национального телевидения побывало немало гостей. Одна из них – министр информационной политики Чувашии Валентина Андреева. В день рождения, как положено, поздравления и подарки. Мы поздравляем вас с этим событием, с двухлетием. Вообще начинать с нуля всегда очень тяжело. Для этого нужна железная воля, большие ресурсы и, самое главное, конечно, огромное желание. Я вам желаю очень искренне, чтобы, ну, только роста творческого, зрительская аудитория – это важно. Никто из нас не должен забывать, что мы работаем не для себя. Мы работаем для зрителей. Поздравляю! Почетные грамоты Чебоксарского городского собрания депутатов вручили тем, кто стоял у истоков создания национального телевидения. Заместителю директора телерадиокомпании Николаю Хлебникову и главному телеоператору Андрею Спиридонову. От нашего Чебоксарского городского собрания депутатов. Успехов! Спасибо. У коллектива, который всего за 2 года добился таких убедительных результатов, большое будущее. Значит, наград с каждым годом будет прибавляться.